Более 6 миллионов школьников по всей России ежегодно проверяют уровень своих знаний на олимпиадах. Всего 24 предмета. В зависимости от сложности ребятам дают от 40 до 4 часов на выполнение заданий. Победители в дальнейшем могут использовать заветный диплом для поступления в вузы страны. А школы, в свою очередь, считают их своей гордостью и каждый год торжественно отмечают успехи ребят. На Ассамблею мы всегда приглашаем ребят, которые заняли разноуровневые места на олимпиадах. Это муниципальный, региональный этап и конкурсы, соревнования, научно-практические конференции. В Одинцовском округе олимпиадное движение с каждым годом набирает все большую популярность. Активными участниками также являются дошкольники. 8-я ежегодная олимпиада для будущих первоклассников «К школе готов», которую организует образовательная сеть «Магистра», прошла в спортивном комплексе «Звезда». В этом году участие в ней приняли более 120 дошколят. Дети получают подарки и сертификаты по итогам двух туров – интеллектуального и командного. Организаторы готовят для участников олимпиады развлекательную программу, ведь атмосфера должна быть доброжелательной. Эмилия Аркелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцово».